Всем привет, с вами Сичак. Это видео будет о таком типе ловли, как сплав. Сплав применяется на локациях с течением для более эффективной ловли донного хищника, чем на джиговую ступеньку. Способ эффективнее примерно в 1,5-2 раза. Обычно им ловят перши, судаков, сомов, а иногда и более экзотическую рыбу. Для сплава необходимо минимум 2 удилища, а лучше всего 3. И опять же я буду ловить на калибры, так как к 24 уровню их уже можно иметь. Сплавы заключаются в прибытии на начало ямы и забросом на дистанцию примерно 1,5-2 раза больше, чем глубина ямы. Закидываете несколько удилищ, и течение само все сделает. Вам остается только собирать урожай, и когда течение донесет до конца ямы, возвращайтесь к исходной позиции. Так как клюет намного чаще, то и точка быстрее вылавливается. Поэтому рекомендую ловить одну ночь и давать перерыв вашему месту. При повторном приплытии к исходной точке переплываешь ее, а затем проплываешь десяток метров вперед, чтобы леска на боковых удилищах уже была натянута.